Но Рексис не играет, Дейсер не играет, Джейми не играет, скажи нахуй. Ладно, сейчас. Почему, с другой стороны, должны кого-то упрашивать, чтобы они шли в гильдию? Ты не упрашивай, скажи просто. Блин. Пойму так, выглядит. Спасите, я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Эта логика тоже интересная. Люди оделись и не хотят никуда уже ходить. Какие петухи вообще? Да какое это? Нет, сейчас вообще онлайна нет, посмотрите. Он мне не поверил, говорит, я вот когда твоим локом ходил, заугадывать этот дер на лича, там был Джейми и Нарексис. Интернити, КД, Селена, КД. Так ты там? Идет спать. 30 минут уже идет спать. А Джерри, он зайдет? Я не знаю, Рукус сказал, что зайдет, потому что ему надо в душ сначала сходить. А все остальные уже в рейдах. Назбук, всех столб зайдет, Мадбот там сидит, подруга какая-то, не знаю тактик. Давайте клоунаду позову, его бегут уважает. Вселенная зайдет на Ханта, пишет, мне друг аккаунт дал. Где Боб? Че, звать его надо? Боб. Сейчас, если Джерри не зайдет, то это конец. Да он зайдет. Как носить? Ну типа, что там зашло? А ты шаманом зайдешь, я хапалом. Нет, Джерри сейчас зайдет, он же в РК сидит. На меня все КД напали. Все палы КД. Ходил два раза, холли пал. Клоу надо бы доказать, а я буду ван холить, как раз он холик нет. Да, Олег на холика зайдет. Не, у него паладин и КД, он на Аршаму зайдет и на хапала. Да, стой, стой, давайте еще одного этого. Давай, побежали. Да Джерри он дойдет, он же РК. Только не бейте сейчас милики и РДшники. У нас сколько стадов получается? Два? Нет, один. Есть. А, ну, по идее, ноль уже. Короче, если что скажешь, я Олега позову, кого надо. Ему все равно нехуй делать, по-любому. Эти РДДшники там есть, этот решает, потом садить его, я его далеко специально увел. Воид. Чувак. Смотришь викингов-то? Ну, я что-то на пятом сезоне остановился. А, на какой серии? Это ты вообще еще не смотрел. Первую вроде глянул. Бля, ну пятый сезон мощный, на самом деле, мне понравился. Да вы о чем? О викингах. Бати, дайте мне и ассиста возьму еще Ханта. Да, Левок, может, 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 ты потанчишь, а я ванхольд? Я не умею танчить. Кубич, ладно, потанчу. Я буду падать на свету, падать буду, буду ловить ГП. Че, мне еще и свет танчить? Кайф.
Сколько мечка с ДД-тренями дает ДПС на САП? Не знаю. А Гро нормально ДД-тренями держит? Да. Бля, надо реогн садом выключить. Там от эту минутку. Чешкой на ДД танчит. Джерри, ты тут? Заходи. Кто там ворка в гостиной сидит? Валентин Ледмаг. Валентин Ледмаг, это кто? ХЗ. Валентин. Так, сори, у меня что-то инет вылетел. Вы там добрали уже, Эрдруг? Нет, заходи. Ну, может, сейчас опять отключится, я не знаю, что с ним. Повороте поставь шкаф. На первой кофе. Что он не заходит, пишет, невозможно соединиться. Подожди, ничего страшного. Да, должна быть. Фу, что я устал. Что-то мы стали херово так рейды собирать последние две недели. Надо переходить на план пониже. Ну что переходить? Что это значит? Ну, рейди только в пятницу, в субботу. Классно, тогда я не смогу ходить в рейди. Кулаки бафнуть. Каски кто бафает? Дрищ, раздай всем кулаки. Мизантроп забрал. Сейчас зайдет ШП с гильдии. Т5, правда. Начинайте кто-то из ВДК. Джерри, он тут БТ, заходи. Короче, перезагружусь.
Сколько растакать хотя бы на генерале? Чё там с Жирином? Сейчас я перенесу его в отдельный канал, врублю музыку на полную громкость, и он вернется. Хуя методы, блядь. Соцка включаем. Войт Соцкого? Давайте я пьем по основу. Протанчу первую копию, я вторую заберу. Начинай. Пусть протанчу начинает, не лень забираться. Начинай протанчу. Сука. Убич. Только веди по центру, слышишь? Я всегда ее веду. Красавчик. Ты какую, Данил, заберешь? Вторую? Угу. Не ровно 60 тысяч хп, а не 60 тысяч одно хп. Но поднимите меня кто-нибудь там. О, захильте. Ты забрал, да? Да, я забрал. Ну тогда танчи, я возьму следующую копию. Бля, я вылетел. Данил, можешь с меня копию забрать? Слышно меня? А чё, чё три меня били? Не потому что остальные упали. Ну я вылетел, я сказал. Списвана, ну холи приз же надо, ну не хилиться тут, блять, никак. Иди ноф, не там. Всё, Джерин зашёл. Джерин, блять, навал. Под стаками там серьезный хил нужен, два шамана хилили всего. Так, остался, чтобы Вуди зашел еще. Букмекер. Аллен. Что-то лагать начало. Да этот турнир этот ёбаный устроили на PvP шар. Что, еще один уже там? Не знаю, как у вас, но вы прерываетесь и что-то лагает. Ну это значит, у тебя что-то лагает интернет. Ставьте шкаф, Джерри у нас уманить. Повороте. Все, я тут. За тебя упали. Не знаю, не может быть. Тебя не было, и мы не смогли. Че, захилить два шамана? В одного поле пала захилишь миника? Да. Но не захилишь. Кори? На 50. Что-то лагает. Давай. Вот. Давай, если захилит, вот, на почту 50 тысяч. Поворот. Че, значит шкаф? Я отходил. Да, шкаф.
Зачем шкаф? Я уже тут. Умею пользоваться полеткой. Возьми с ума, когда от райда 2 метра. А ну чё, какой баст? Болтар? Листал. Леляха. Подождите секунду, я релогнусь, это у меня джага света забагалась. Танчик. Young Pim, Protanchu и WhatsApp. А у нас будет сегодня ИВК или не будет? Вряд ли. Иди начинай, Протанчу. Какую копию кто забирает? Ну, Young Pim начинает первую копию, Протанчу я вторую. Жирен, ты чё стаунтил, блядь? Не. Я под мордой стоял. Произошли страшные события. Муратгаз, сгоняй в магаз. Купи пивас. Там в рифму напрашиваются. Но до сих пор оно не поддавалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Дайте бафы по паладинам и фарам. Раз, это Маратгас. Алик тут? Сейчас подождите, я подъеду. Всех спортив проходит газ. Атакой руководил кровожадный Заритрия. Но боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутил... Начинайте. ...их настоящего лидера. Алик Стража выбрала достойный союз. Герой, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Слуги! Обратите их в пепел! Thank you.
Да ебать вы генерала просто разрываете нахуй. Что, блядь, трэш вот только второй выходит, а вы уже почти убили. Никто я не прожался. На изичке. А надеюсь, я буду покончить. Когда я стал узнавать другие классы, типа рога, стал понимать. Первая пати тьма, все остальные свет, протанчи, танчи, тьму, янг, пимп, свет, третью фазу, васаб, мелкий трэш, по хилам, Джерри, он Фокасаку хилят свет, козырну или сталкс, пес, вана хилят тьму. Четвертая пати, кроме демона, добиваете больших. Я поменяю сейчас. Кто там големов танчит? Сейчас посмотрите четвертая пати. Дима протанчит, танчит тьму. Янг Пим танчит свет. На второй фазе заливаете ману Козырному, на третьей фазе Фукасаку. Хотик заливаешь ману в начале второй фазы, Апис в конце второй фазы. Синдин диспелишь третью фазу свет, Спес Вана, все остальное. Чек на готовность. Ученик на Лексиса в деле. Все готовы, зашли за линию. Напомни на ХП крикнуть. Перед заходом. Перед заходом во тьму подходишь ближе к ОТ и кричишь. Потом заходишь. Начинай танк. В повороте зайди. Олег поставил звезду тебе. Да я лагать начал. Не ставь на меня звезду. Ну на кого поставить? Можешь поставить. Перебежали. Фу. Я, короче, не двигаюсь. Надо опять повторно ребутать все. Синяя Старсоу метка. Перебежали. Диспел. Босса переводите. Заходи сразу. Рейд ждем. Зашли рейд. Свистишь так. Сангвини метка. Заебись, хилите. Чё там? Агро. Не, уронил. Да, да, по-моему. Вы умерли там? Ну, не уронили. Так. Сука, продолжать нам вылететь. Падаем. Блять, вы капец, конечно. Вот эту метку возьми сейчас, кто здесь спырил?
там падали. Фукасаку как умер. Чего они упали, я упал сразу чуть на время. Они невнятного ничего не сказали, что у них там произошло. ПДК уронили. Ну, вдруг его уронили при добивании, что только он упал и добили большого. Нет. Ну так это надо и говорить. Все, свет упал, падайте. Бибоп. Бибоп стоит. Надо перевести, короче, на третью, чтобы Бибопа там убил Клен. А, все. Он ухнулся. Но он когда зайдет. Да, только он сейчас зайдет. Выйдите сразу все с инста, Олег, ты в РК? Уже кикнуть пока. Он за инстом был. Да, за инстом будет. Да, я кикнул. Не выходите, все нормально. Вот так пока, Мас. Нормально тогда. Не, ну как вариант, мы по сути должны сдюжить. РПД хороший. Масса нормальная. Кот рога. Два ханта. Должны мы залить трэш. Кто сказал топ рога? Нет. А что ты сказал? Кот рога. РПД нормальный, говорю, кот рога. А, кот. Ну типа масс дома. Поставьте рыбу, давайте масбафы. Олег, ты куда выходишь? Да он ревогнулся, ребутнулся. Бля, это чувствую, когда Джерил не хилит тебя 3 секунды, а потом говорит мне, что я деф просто не отдал. Так ты ничего не нажал, я посмотрел аккаунт ни одной АМС, ни одного клыка. Ты что, тупой? Мне же ману надо как-то регенить, да, ты прожимайся, клык, даун. Блять, даун, клык не показывается, блять, в рекаунте, тормоз. Почему ты не жмешь АМС? Я ж, блядь, жал на незыблемость, блядь, я и все жал, ты меня не хилил, придурок. АМС не было, что ты мне гонишь? Рекаунт показывает, что нет АМС. Подождите секунду, Дань. Там у Богдана 5.6 код. Ну как бы, я не знаю. Ну, пусть любым, кем хочет, идет, все равно. Что-то у меня лагает. Пусть даже он котом 5.6, без разницы. Сумма антиката. Похер. Так у него АДК есть. Это только я. Поменяйте ауру коня. Так вот, огонь, например. АДК. У меня КД, я вчера же был в руках. Сейчас подождите минутку, он в РК зайдет, да, пока бафуйте его. Ну вроде херня это перестала. Если что, там кого-то заменю потом. Поменяйте ауру коня. А можно теперь, когда каждый раз, короче, танк не тыкает АМС? Ой, блядь, когда хил роняет танк и говорит просто, что он не прожал АМС. Джерри, он включи ауру защиты от огня. И Фукасаку будешь ставить тотем еще. Там светок Астаура, в принципе, не нужна. Всем привет. Привет. АМС это кулак? Вот эта зеленка? Да. Можно? Кулак как-то. Кулак по друидам дайте. О, спасибо. Повороте тут.
Да, запускай. Начинаем. Прибежали. Ралька. Приста выкинула. Гриш, метка. Перезаходи пока. Прибежали. Только быстрее, если можешь. Не. Гриш, тут тебя бэрить? Да, да. Листалку поднимай. Мы будете в два хилить. Заходи сразу, рейд ждем. Зашли, рейд. Где моя спидрила? Запись, метка. Педрила тот, кто пинчал твою мать. Давайте в другой раз, ребят. Мы танчить погнал 2018. Ну, сейчас бы выйдет. Сейчас бы быть всех. Заходите. Дайте мут. Грин лейн, ближе к морде. Грин лейн, хант. Вправо, вправо, вправо беги, смещайся. Процан. Исела. Может, щиточек кинешь, нет? Идем пока 8. Синий нет. Хорош. Хорош, Джерион, спасибо за щиточек. Разверни. Да не, все, падаем. Че у вас за проблемы? Джерион, да, Джерион щиток мне не кидает. Можете в другой раз в ПМ прописаться? Тут 25 человек играют, блин, если чё. Сколько еще таких героев? Ну, если у меня не хилит. Тебя с плюхи убило, как тебя захилит? Только надо будет кинуть. Кстати, насчет вот того, что люди упали на первом метеоре, там он очень близко падал к Хелиону. Кто-то там стоял, нехорошо. Там один вроде упал. Ну да, но все равно там. Отчасти вина того, кто близко стоял. Ну он прям передо мной упал. Я смотрю, прям передо мной, и там никого не было. Спецвана вылетела, а дрыща, ну, метку неправильно понес. И побежал обратно в метеор почему-то. Так что спецвана?
спецвана, где вылетел, куда метеор полетел, что ли? Ну, почти да. Это я еще не понял, думал, то ли я, блядь, я вроде прям передо мной метеор падал. Не-не-не, ну она в стороне стояла. Ну она не в нее упадал метеор. Но все равно задело там. От падения много, ну, рейндж большой. А какой шаман в свету тебе? Фукасаку. Тут, тут. Шаман, кстати, давай это. Даешь за иннеры, короче. Заливай всегда ему ману. Там козырному заливают на второй фазе, а пис уходит. Самогон, ты если на третьей фазе первую тычку получаешь, прожимай сразу захват. Зашли за линию. Еще точка это обкидает мне. Ваня, Варенька. Это. Начинай. Ой-ой, сейчас я тебе дам истерию, подожди. Ралька. Перебежали. Да че ж вы все виснете? Хочек. Списвана. Перебежали. Уже в рейд. Кралька. Переводим босса. Заходи сразу. Зашли рейд. Вар крейсы. Кто такой вообще? Кто? Аниме Джаз. Ну и мне тут заходить. Я понял. Ближе к морде сейчас метку. Хоти. Вы можете коты увечьем не бить, я пока добью им. Процент. 53-52. Бьем пока босса. Козырную метка выходим. Да, хорош рост. Говори там по агру, если будут это срывать. Нет, он не знает. Рано диспал. Ни ботинки не прожимаю. Перебежали.
Во тьме рост дали. На пультисту диспельте сейчас меня диспел. Диспел. Перебежали. Свет, стоп, свет, не бьем босса. Свет, не бьем босса, ждем трэш. Смотрим лужи. Будет метка. Синиста как-то там дегим наманул свет. Залюти ману, Джерри, он метка. Перебежали. Марат Гас метка. Босса не бьем, свет. Добиваем трэш, ждем 50%. Джерри, он метка. Таим ждем. Все, бьем босса. Перебежали. Это трэш бьем еще. Беги, малышка, беги! Может, КД спел? Апис метка. Перебежали. Свет не бьем босса, свет не бьем босса, свет не бьем босса. Добиваем трэша, добиваем босса, танки прожались. Хотик метка. Все, добиваем босса. Перебежали, добиваем. Нормально. Ух ты. Вон твой поезд. Сейчас опять за фул надо прилетит, как всегда. Ролим пояс. Я забыл ЕПГП себе включить, поначислять ЕГП там кто-то. Че там, фул? Или че? Не, 50%. 351. Кому отдавать? Так, списавно вижу. Да, списавно. Теперь специально для самогона линкнул его полученный урон. Нормальные танки получают 1.6-1.8. Непрожимающаяся тварь, сдохни. Тебя так, блин, можно, что пиздец. Да, конечно, ага. Туда и потянил. Чешку забрал. У нас письмо на ГЦ. Спасибо. Там хотик получается. Хотик. Ты чувствуешь, когда всякие гаделки танчат, получают 3 ляма, и ты такой получаешь 2 200. Джерри, он говорит, что там... 3 ляма. Олег, кто?